Друзья, мы с Харальдом приехали из Клагенфурта в Фельден ам Вёртазии. И сейчас следуем в замок Харальда тети, которой в сентябре исполнилось 100 лет. А в сентябре ей 18 этого года уже будет 101 год. Мы в Фельден ам Вёртазии. Ам Вёртазии находится на юге Австрия, рядом с городом, столицей Каринтии, Клагенфурт. И это считается очень элитное, престижное место. Здесь дорогие виллы, дорогие замки. Все очень-очень дорого, то, что касается Австрии. Огромные виллы, замки. И озеро Вёртазии, которое тянется более 16 километров в длину. Очень много здесь казино, ресторанов, кафе. И вот такой чудный домик, смотрите, с какой крышей цветной, по типу чаепицы выполнено. Красивое место, очень красивое. Сейчас очень жарко, солнышко. А мы следуем в замок тети Харальда. Красиво оформлены витрины такие в дереве. Детские игрушки. Деревянные детские игрушки. Посмотрите. И машинки разные, экскаваторы, вертолеты. И вот сам магазин этих детских игрушек из дерева. Мы все время сюда первый раз встречала двоюродная сестра Харальда. Ее уже в живых нету, Хельга. Первый раз. Это было лет 5 назад, наверное. Она встретила нас здесь. На своей машине забрала. А потом мы приезжали все время на своей машине. Но так как сегодня у меня день рождения и целый день на транспорте железнодорожном, я могу ездить бесплатно. Мы решили приехать в Линц, поставить машину в Линце на бесплатную стоянку, паркинг, и отправились в путешествие. Фельден Аутхаус. И вот смотрите, какая формула стоит. Вот такая машинка. А здесь, сейчас мы зайдем в бэушные машины, посмотрим. Здесь уже идти осталось немного. Это хаос. Ну, наверное, здесь закрыта сегодня калитка. Да, закрыта. Продают здесь бэушные машинки, стоят. И Автохаус Фельден. Ну что, подходим. Сис Шлёс Хотель Амзи. Вот этот замок как раз и находится, где живет Танте Крите, тетя Харальда. Ну тут идти минут 15, не больше, от станции. Недалеко. Такой поршик стоит. Поршик.
А мы идем прямо к замку. Замок находится прямо на озере Вертази. Птицы поют шикарно. Площадка для машин гостей. Замок, он здесь и ресторан в нем, и гостиница. Очень много живых гортензий. Мне очень нравится. Посмотрите, какие гортензии. Вот этот замок. Я с обратной стороны, сзади я вам покажу, потом спереди, как смотрится он. И вот такая гортензия. Вот такая гортензия. Живые пионы. Красота. Красота. Здесь тоже такой камин стоит. Везде пионы. Пионы, пионы, пионы. О, красота. Понюхаем. Прелесть какая. Здесь белые пионы. Севус. Wie geht's? Danke. Gut. Tante Grete, Servus, grüß Gott. Вот наша тетя. Вот наша тетя. Guten Tag. Jo. Jo. Wie geht's? Jo. Beim Sitzen gut. Sitzen gut. Beim Sitzen. Beim Stehen. Jo, jo. Nicht, jo. Füße, Füße schlecht, jo. Jo. А diese kurz Distanz, Bahnhof, 15 минут spazieren. Jo. Sehr wenige, jo. Ja, heute in Klagenfurt ganz spazieren. Heute Klagenfurt fahren. Ja, heute mein Geburtstag, 63 Jahre alt. Du. Ich. Ja. So ein junger Bursch. Ein junger Bursch. Ja. Ja. Wo Christine? Wo Christine? Sie kommt ja. Ja. Sie ist wie üblich im Keller. Ah, im Keller. Zur Wäsche. Ja. Viel Gäste heute? Зефир. Ну вот мы у тети Харальда. Это впереди Вертази, которая длиной тянется 16,5 километров. Птицы поют, видите. Цветы. И вот сам замок этот. Розы, пионы. Очень красивые. Посмотрите, какие розы. Вот такие розы, дождик прошел, розовые, белые пионы, красота, дышится легко очень. Вертази. Самое считается южная часть Каринтии, Вастрии, Клагенфурт рядом. Вот такой зверь там секрете. Такса. Entscheiden lassen und hat einen jüngeren Engländer, ob sie jetzt mit dem verheiratet ist, mit dem Rob, weiß ich nicht. Aber die haben auch Schwierigkeiten mit der Aufenthaltsbewilligung, weil jetzt er nicht mehr EU ist. Und er ist Künstler Moller, also er kommt selten. Они могут разговаривать по 6 часов. То есть тетя в своем уме, в здравом смысле, а ей будет в сентябре уже 101 год. Это родная тетя Харальда. Общаются.
sonst so Papierkram und allerdings. Ja, muss ich da jetzt sehen, jetzt einmal, dass er ein Konto kriegt, war ja ein Mordsding, weil die gegen russische Staatsbürger. Harald, du warst ja ein Kusiner. Im Innenministerium habe ich angerufen. Покажу озеро и пристань. Здесь спуск прямо от замка к озеру. Озеро называется Вёрт ам Зи. Здесь такие яблочки растут, видите, маленькие яблоки. Яблони сами маленькие по себе. Вот, идем. Лестничка. И сейчас выйдем прямо на пристань. Это все частное владение тети Харальда. Уточки крякают. Здесь катер такой стоит. Крюскот. И вот он, оно озеро, 16,5 километров тянется вплоть до Клагенфурта. Вот. Вот вот уточки плавают. Вот такой катер. Вот уже с пристани на замок вид. Здесь соседский дом такой. Очень дорогое место в Австрии считается, Вёрт ам Зи. Все, иду в обратном порядке, как пришел. Вот я спускался по лестнице, сейчас поднимаюсь. Вид на замок. Знаете, как яблони растет. Я первый раз так вижу. Ствол такой длинный. Видно, декорировали его так. А это яблонька. Яблонька такая.
Друзья, закончился наш практический день. Сейчас идем мы на вокзал. Здесь ходу, ну, 10-15 минут совсем свободно идти до вокзала. Все, вот такая прогулочка была. Посетили тетю Харальда. И прекрасно провели сегодня мой день рождения, 60-е годы. Всем пока-пока!